Судогодской продукцией заинтересовались в Подмосковье. Акция «Покупай Владимирское» давно продвинулась за пределы 33-го региона. Что неудивительно, в области производят массу уникальной продукции, как, например, в судогодской компании «Ротопласт». Наше основное направление – это дорожно-строительная продукция. Это дорожные блоки, буфера, мобильные туалетные кабины. Наша продукция уникальна, потому что мы сами себе делаем определенную форму, то есть разрабатываем изделия, сами делаем эту форму, на которой в дальнейшем выпускается наше изделие. Кроме того, компания занимается выпуском продукции для сельхозпроизводителей. Подмосковных аграриев, в частности, заинтересовали судогодские домики для телят. Домик для телят – это конкретно для совхозов, где молодняк. Ну, то есть выращивают. Это вот как раз индивидуальный, для того, чтобы телятки между собой не заболевали, их изолируют каждый в отдельный домик, и они, как маленькие детки, живут в этих домиках. Подмосковное сельхозпредприятие обзавелось сотней судогодских телячьих домиков. Представители «Ротопласта» также ведут переговоры с владимирскими аграриями на предмет оснащения местных ферм такими домиками. Помимо прочего, компания развивает линию детских игровых комплексов и производит бассейны и различную тару от 30 и до 30 тысяч литров. Карина Романова, Ян Захаров, Губерния 33.